Всем привет, мои хорошие. Это я сейчас в Черкасах, Кинель-Черкассы. И вот смотрю, такая красотища кругом. Вон, вообще по всей этой. Я сейчас у сына в гостях. Ой, как же. Не взяла этот держалку-то, чтобы пройтись, как говорится, не трясти камеру. Стабилизатор не взяла и эту палку селфи не взяла. Что-то бегом-бегом собрались вот так вот. Смотрите, все-таки какая красота. О, я вас потеряла. Да мы заходили туда. Думаю, куда делись, спрятались. Пока я тут... Снимает. Ой, какая красота. Даш, да? Красиво ведь? Красиво, смотри как. Куда? Туда. Смотри, вон, какая прелесть. Туда зачем? Мы в магазин же шли. Я хочу. Ну вот пошли. Сейчас, конечно, уже все-таки конец сентября, и уже эти цветочки, считайте, отцветают все. Но все равно красиво. Смотрите, как... Смотрю, сейчас площадку все-таки облагородили. Тот раз здесь было, когда я осенью, в каком-то году, уже не помню, не было этого. А сейчас вы посмотрите, все, красотень, выстроились здесь. Молодцы. Постарались немножко, как бы красоту эту навести. И даже фонтанчик вон сделали, а этого не было тот раз. Все упало, Даш? Да? Ну, молодец. Я хочу туда-сюда, но мы же собрались в магазин. Вот завтра, если это, съездим и будешь кататься, одену тебе штаны другие и покатайся. И едем завтра еще. Привет! Привет! Ой, задрала в себе юбку. Мы в магазине Победа зашли. Вот мы были в Победе магазина, накупили вот тут вот всяких продуктов. Ничего вроде бы особенного, все как всегда, да. Но знаете мне, что я единственное сейчас вам хочу показать. Мне понравился вот этот вот, меня Наташа угощала, крем-фиш, кальмар. Вот, он там 72 рубля, что ли, да, или 79, сколько он там? 72. Вот, стоит. Но я пробовала, знаете, вкусный, мне понравился. Может, кто-то не ел, тоже попробует. Цикорий взяли, какао, что тут еще, пюре яблочное детям взяли. Даш, не кричи. Фрукты взяли, вот этот виноград, нектаринки. Персики, нектаринки, да. Ну, консервы рыбные немножко взяли. Это взяли вот тут
типа на растительном жиру, но я пеку, мне поэтому все надо. Курица, колбаска, сосиски, крупа, рис, горох. Кефирчик взяла, тоже хочу я испечь, может, детям какие-то лепешки. Сыр. Сыр, да, чай. Акбар зеленый, потом еще какой-то чай. И я не знаю. А, вот гемайский чай. Ну, ладно, хоть внуки подсказывают мне, что где читать надо. Дары Кубань. О, наш краснодарский. Да, услада взяла вот. Так, детям. Ой, ну это, конечно же, это самое главное вот. Да, Даш? Это жижака. Ну да, жижака это, жижака, жвачка. Самое главное. Ну, все тут майонез взяли. Так, для этот, Рика, для шашлыка томатный. Тут, ну, в общем, так все. Масло подсолнечное, туалетную бумагу набрали, яйца. В общем, фарш упакованный вот такой вот. Ну, консервы. Килька жареная, может, суп или что-то. В общем, ничего особенного. Так, а это что, сухарики? А, эти подушечки сладкие, да? Ну да, все вот. Бекошки, колбаски вареные. В общем, вот такой вот набор. Еще это молоко там у нас мы уж в сторону отложили. Ну, в общем, вот так вот съездили. Купили. За все отдали мы почти 3000. Около 3, да? 3600. Ой, 3600. Короче, я собрехала еще немножко. Вот такой вот наборчик. Ну, там по мелочи сколько. Там что-то для выпечки брала. Разрыхлители такие. По мелочи. Все, мои хорошие.